для вас выступает Илья Пешевли. Дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником. Спасибо вам большое за такой подвиг. Мне нравятся слова одного из героев Виктора Петровича Астафьева, нашего земляка. Не надо бросать жен, не надо сиротить детей, не нужно войны, смерти, ссор. И, вдохновившись его произведениями, я написал вот такую композицию, которую я назвал «Господи, останови войну». Thank you.